Ингредиенты. Под бурные аплодисменты и крики «Браво!» специальный приз за лучшую мужскую роль получил Евгений Ткачук за образ Лехи в дебютной работе Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Зимний путь». Случайная встреча сводит утонченного студента консерватории Эрика с грубым хулиганом. Музыка Шуберта и отношения, которые возникают между героями, меняют их навсегда. Актер Евгений Ткачук вспоминает, как публика реагировала на его персонаж. Зрительный зал всеми фибрами души поддерживал и двигался мыслями именно с персонажем Лехи. Это феноменально, и за это я просто готов ноги и руки целовать людям, которые понимают и чувствуют мир сегодня таким, какой он есть.